Управление Федеральной антимонопольной службы по Забайкальскому краю выявило сговор между региональным правительством, департаментом по гражданской обороне и пожарной безопасности края и подрядчиком, акционерным обществом «Томскэнергосбыт» при заключении контракта на покупку пожарного оборудования. Об этом сообщили на сайте ведомства. Стоимость договора составила почти 124 миллиона рублей. УФАС возбудила уголовное дело в отношении правительства Забайкалья, департамента ГО и ПБ края и подрядной организации. По информации ведомства, сговор выявили при заключении контракта на покупку и установку модульных конструкций зданий пожарных депо в нескольких селах региона. Управление установило, что контракт заключили без проведения торгов, расторгнув договор с ООО «ПСК «Ремстрой».